31 января порог первого в мире Ленинского музея, Дома музея Владимира Ильича Ленина в Ульяновске, переступил 14-миллионный посетитель. Им стала Анастасия Толкачева, учащаяся 6 класса Мариинской гимназии. Она впервые пришла в этот музей на открытие выставки «Уроки Пластова» вместе с группой учащихся детской художественной школы. Когда начали считать 14-миллионного посетителя, я сказала, ну точно не мы, точно не наш, кто-то из нашего класса. А потом, когда стало уже приближаться это число, ну я не поверила, то, что реально это я победила. По словам заведующей музеем Татьяны Брыляевой, 14-миллионного посетителя они ждали без малого 30 лет. Наш музей посещают туристы из почти всех стран мира. Но только 13 человек были миллионными. И это были труженики сельского хозяйства. Это были рабочие не только Ульяновска, но и Москвы. Среди них был житель города Берлина. И вот сегодня мы ожидаем 14-миллионного. Причем, если раньше между миллионниками проходило от 3 до 4 лет, то после 13-миллионного мы целых 30 лет ожидали 14-миллионного человека. 14-миллионная посетительница музея получила памятный сертификат и уникальное издание «Жизнь Владимира Ильича Ленина. Вопросы и ответы» с автографами авторского коллектива. Также Анастасия Толкачева оставила в музейной книге на память свою запись, где она обещала в будущем обязательно привести в Дом музея Ленина своих детей. Утешительные призы получили и те, кто пришел в музей перед и после юбилейного посетителя. Кроме них, получит приз молодой человек, который очень желал стать 14-миллионным посетителем. На протяжении 5 дней ходил молодой человек, лет 17-18, и каждый день спрашивал, если он придет сейчас в музей, не будет ли он 14-миллионным посетителем? Мы ему говорили, что нет, этот момент еще не настал. Вот. Но мы для него, как утешительный приз, приготовили книгу. Вот такую книгу приготовили. «Жизнь Ленина в вопросах и ответах». Сотрудники музея ждут этого посетителя, чтобы передать приз. Ирина Антонова, Юрий Ломатов, новости Ульяновской правды.